Здравствуй, Арно. Им сейчас не позавидуешь. А что? Новости о Жермене. Некая Мари перекупает по его заданию зерно и свозит к частной пристани. Мари Левек? Кто это? Левеки – старый темплиерский род. Мари единственная была против изгнания Жермена, так что я даже не удивляюсь. Не знаешь, как ее найти? Ее саму нет. Но все зерно, которое попадает в Париж, сгружают на пристани у ратуши. Ладно, начну там. А я попробую выяснить что-нибудь о мадам Левек. Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами снова Адисан. Мы продолжаем играть в Assassin's Creed Unity, продолжаем проходить эту игру. И, в принципе, ребята, сейчас у нас вроде не помню какая часть, но нам сейчас нужно найти какую-то пристань. Я не помню, какая часть, 8 или там, не помню. Ну ладно. Давайте, ребята, пойдемте сюда. Так, ща, вот сюда, куда нам тут нужно посмотреть, что тут и как. И что делать, в принципе? А, только не горит, что нам сейчас следовать за этой фигней. Нужно бежать за ней. Мы с ума сошли! 100%. Ну, идите, задача. Надо их догонять. Так, ладно, бежим. Ну... Что делать? Бежать, только нужно какие-то способы находить нормальные, пробраться там, я не знаю. Мы правильно бежим или? Хотя фиг его знает. Давайте... Да, вроде нормально. То есть вот сюда. Сейчас... Да, вроде пока что догоняем ее. Так, сейчас сюда. Сейчас оббегаем вот это. И... Да не туда, не туда, не туда, чувак! Или кто ты там? Ты прям... Давай сюда, 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 сюда. Тянем! Так, давай. Тянем! Тянем! Оу, это что еще? Иди сюда, падает. Я тебя в порошок так. Сопру. Вроде пока что нормально, бежим. Так. Это, я не знаю, сюда нам нужно. Сейчас посмотрим. Так, вроде пока что нормально. Тут поверху или где? Ну да, вроде нормально. Так, сейчас. Сейчас сюда дальше. А вот тут я не знаю куда. А, куда? Просто прыгать вниз? А, все, фу. А, ну давай. Куда нам тут сейчас? Эй, отвязывай! Капитан? Все в порядке? Да, мадам. Приказы у вас? Вот они. Вижу. И проследите, чтобы один из мешков обязательно порвался. Да, мадам. Ну ладно, сейчас нам что тут нужно сделать. Так. Украдите ордера, да? Ну давайте. Так. Кого первого убить? Я не знаю, пузатика? Нет, не пузатика. А вот этого. Потому что если пузатика, то этот заметит. Чувак, давай! Офигеть, вот ты знаешь, я не знаю. Прям... Так, пузатика. Главное, чтобы не запалили. Так. Дальше. Я думаю, нам куда-то... О! Упс. Главное вот этого убить. Стрелка. Он самый такой, видно. Так. Убили. Сейчас.
Еще этот остался. А вот того пузатика я не знаю, нужно ли там трогать. Так. Вроде нет. Меня не убежишь. Ну, да стреляй. Чувак, ты чё, сдурел что ли? Ага, не успел. Почти успел. Еще. Не пали. Так. И вот так. Все. Пробрались. Дальше. Что нам тут? Вот так. Отлично. Сейчас. Сбежать просто. Ну ладно, бежим. Что делать? Не спалились вообще, ребята. Не спалились. То есть нормально. Главное, чтобы еще вот эти не спалили. Нет, не вы. Так. Долго еще нам убегать? Вот, сюда. Нет, еще нет. И вот мы тут. Отлично. Дальше. Так, ну что сейчас? Люксембургский дворец. И что же вы задумали? Куда нам сейчас? Да, дальше. Так, ладно. Так, куда нам бежать? Сейчас, так, секундочку, ребята. Люди Марилевек разгружают баржи и везут зерно в Люксембургский дворец. Если народ решит, что в дворце запасают зерно, начнется... Бунт. А Жермену, разумеется, это на руку. Займись, мадам Левек. А я вывезу украденное зерно, пока никто о нем не узнал. Береги себя. Не попадись. Так, а нам куда сейчас? Я чуть не совсем понял. Туда во дворец, к той мадам, да, которая там командовала. Походу, да. Эй, сюда! Помогите! Порох отдавай! Что нам делать, Мишель? Мне бы только добраться до стражника. Как это мило. Вы превзошли сами себя. Спасибо. А теперь прошу простить, мне надо повидать мужа. Так, ну что, ребята, нам нужно ее бабахнуть, мне так кажется. Начинаем. Так, давайте сначала вот этому поможем. Не кипятись, старик, хуже будет. Так. Отлично. Спасибо. Так, дальше. Возможность для помощи. Как же можно отказать человеку искусства? Дальше куда нам? Да ты ж... Почему ты... Остановить его! Ну? Так, отлично, этого убили. Дальше.
что нам делать? Двери можно открыть, но как? Двери крепко заперты. Да, миссия. Дай-ка проверю. Ага. Кто проверяет? Ага, вижу. Вроде вижу. Так. Помоги мне. Я тебя раздавлю, прыщ. Так. Сейчас мы ее купим. Не нужно, да твою мать! Ты как черепа! Ща мы вас всех перебьем. Ну не нужно долбить, ну пожалуйста. Так. Ща. Вот этого самого такого нужно. Так. Этот никак там не... И еще раз. Отлично. И еще раз вот этого. Да угомонись ты! Зараза. Так, ладно, уже тогда бежим сюда. Ага, нифига себе. А где она вообще? Ага. Так, ладно. Сейчас, ребята. Так, ну что, идем дальше. Почему меня лагает, когда я вот тогда смотрю наверх? Ребята, извиняюсь, если будет лагать, но это такая часть, которая просто, я не знаю. Во, офигеть, как глючит. Почему тут так глючит? Офигеть, вот когда в ту сторону смотрю, не глючит. Ребят, извиняюсь, если будет глючить видео, но это только вот эта часть, но я не знаю почему. Так. Ладно, сейчас. Так, ребята, сейчас еще раз попробуем. Сегодня мы празднуем очередной шаг на пути к свободе. Ура! Ура, ура! Ура! Как бы ее убить? Тут так глючит, я не знаю, ребята, почему. Это сдуреть просто можно. Но я просто не понимаю, почему. Все в порядке. Именно вот тут. Я извиняюсь, ребята, если будет глючить, но я не знаю, почему. Говорю, на этой части очень лагает. Ваш новый костюм очень идет. Попробуем как-то убить, когда она так будет проходить. О! Постой, да твою ж! Ну почему ты палишь-то так? Заходи с тыла! Твою мать! Ладно, еще раз. Ну что, ребята, еще раз. Не знаю уже какой. Пожалуйста, ну убей ты уже ее и все. Ура! Ты уже меня запарила, если честно. Это просто ты появляешься там, где ты начинал убийство, то есть там на крыше где-то, а не вот тут. И это не очень так легко.
одета, вы восхитительны. Гражданин, а ну стой! Вот смотрите, опять. Сейчас они меня запалят, а? И все на меня набросятся и капут. Я извиняюсь, ребята, еще раз, если тут глючит. Я не знаю, почему тут так глючит. Именно вот тут. Ваш новый костюм очень идет. Ну не запали меня хотя бы сейчас. Я уже запарился тебя убивать. Иди, иди, просто иди. У вас все в порядке? Ну, наконец-то! Ребят, еще раз извиняюсь, если глючить, я не знаю почему. Да, мама. Именно вот тут. Ну, как бы, не знаю, вот это как бы часть или что это. Франсуа Томас Жермен, вы изгнаны за преступление перед орденом тамплиеров. Любой, оказавший вам помощь, разделит вашу участь. Нет, я слышу Демоле. Ты глупец, Долосар! Долосар! Госпожа, к вам пришли. Помоги мне, Мари. Вы правы. Король Людовик умудрился натворить глупостей. С одними строил заговор, направленный против революции, другим тогда же обещал поддержать Конституцию. Хорошо. Вы передадите информацию нужным людям, месье Лепелетье. Разумеется, магистр. С этими свидетельствами короля ничто не спасет. Сейчас отлично. Так. Ну что, ребята, идем дальше. Другую миссию, как бы. Так, ну что тут? Дальше. Что? Арно, не сейчас! Беги! Скажите, а сегодня мы покатаемся, профессор? Нет, не сегодня. Дело в том, что старые модели слишком подвержены движению воздушных масс. Сейчас ветрено, это небезопасно. Однако, на данном примере мы видим... Что это вы задумали? А ну, сейчас же вылезайте оттуда! Режь веревки! Я прикрою! Боже! Чё резать? Чё делать? Пусти! Ну? Тише, проклятый мерзавец! Так, отлично. Дальше. Берегись! Ну, режь ты веревки. Или что там делать нужно? То есть обрезать вот эту фигню, да, чтобы он взлетел. Так. Еще. Еще одна. Давай. Дальше. Арно! Я тебя найду. Держись. Куда же я денусь? За ней тут наверху такая красота, жаль, ты не видишь. Нужно за ней следовать. Мне тоже. Ветер крепчает, быстрей. Так, ладно, как бежим. Могу. Дальше. Ты не придумала, как будешь спускаться? Вот так. Такие проблемы решаются сами. А ведь крыша скоро закончится. У тебя есть план? Когда ты нуднешь в реку, подойдет? Я не знаю, куда. Беги! Просто беги! Иду же! Так. Ну, бежим, я не знаю, правильно, неправильно. Беги! Я с ними справлюсь! Ага. Ну, давай, 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 давай! Шары вот эти всякие... сейчас куда? Куда? Так. Дальше. Отдать! Ну?
Это офигеть, она летает же, а нам нужно вот это следовать, и это не очень так быстро. Да! Беги! А сейчас куда? Вижу, вижу. Так. Сюда. Ты еще летишь, нет? Фиг его знает, может ты уже там... Сейчас. Куда? 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 Точнее, в какую сторону она летит? Так, давай сюда. Что такое? Я зацепилась! Ща, отрежем. Или что там нужно? Так. Молнии, нифига себе там. Воу. Че полетает? Арно! Ты как там? Нормально. Ему прикольно там. И дальше следовать, да? Арно! Я живой! А, так они в меня целятся. Объясни, что ты там делала. Я тебе потом расскажу. Ладно, бежим дальше за шаром, когда уже мы догоним. Надо рассказать об этом Наполеону. Так. А ну еще долго там бежать. Смотри! Ща, куда? Вижу. Давай. Ну! Арно, времени нет! Ну ты умная там, конечно. Давай. Мы почти у реки. Скорей! Я! Сейчас! Ну догнали хотя бы. Вот этот шар слетел, в другой конечно. Раз планировать долго. Буду я. Как красиво. А так и не скажешь, что эту страну сейчас рвут на части. Как ты думаешь, все еще может стать как раньше? Скажи. Как знать? После того, что случилось. После всех потерь. Всему конец. Ход истории изменился. И прошлого не вернуть. Прошлого не вернуть. Но мы все еще можем идти вперед. Элиза, я... Вкусный воздух. Поцеловались. Как нечестно. Ты сам виноват. Люблю тебя. Ну харе-харе там. Летают так. В грозу. Дальше. Приземлились так, конечно. Мне пора. Ты так сладко спал, что не хотела будить. Люблю. Извиняюсь, ребят. Кто-нибудь его заберет. Думаю. Угу. В принципе, все. Да, на этом кончается. Да.
Так, ща, что тут еще? Загрузки всякие. Итак, в принципе, ребята, давайте на этом закончим. Прошли мы эту часть вроде или что. Давайте на этом закончим, ребята. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Если вам нравится Assassin's Creed прохождение и, в принципе, вообще Assassin's Creed, то ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.